Прежде всего, я предлагаю свою Шаштанданду от Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего дорогого духовного учителя, который является объектом моего поклонения. Асмадия Парамарадитам, Атум Гуру Пада Падма, Нитилила Правишта, Ом Вишну Пада, Штотра Шадшишима, Трупа Нугачари Вари, Шила Бхактивиданта Нараяна Гасайя Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Prabhupada. Во-вторых, я предлагаю свои поклоны у стоп моего Param Gurudeva, Шрила Прабхупады и все наши Рупануга Гаудия Гуру Парампары. And finally, I offer my pranam to all the Samu Vaishnavas and Vaishnavas. И наконец, я предлагаю свои поклоны у стоп всех собравшихся Вайшнавов и Вайшнави Пачи Калпа Трупа Штипа Пасуджа. Шива Гурудев ки! Да! Мы butterflies. Then bumblebees. This evening, for
following the tradition of Srila Gurudev and Param Gurudev, we are beginning our discussion of the Sri Dhammadavastakam of Satyavata Rishi with the commentary of Srila Sanatana Goswami. Этим вечером, следуя традиции, мы будем памятовать, согласно тому, как это делал наш Шрила Гурудев, наш Парам Гурудев, Шри Дамодараштаку, автором которого является мудрец Сатьяврат Риши, на основании тех комментариев, которые написал Шрила Санатана Госвами Пад. In Sri Hari Bhakti Vilas, Srila Sanatana Goswami has written about the importance of singing this Dhammadavastakam every day during the month of Kartik. Shri Hari Bhakti Vilasi, Srila Sanatana Goswami Pad, он писал о том, насколько важно в месяц Картики каждый день повторять эту Шри Дамодараштаку. One who worships Sri Krishna, that is, in the form of Dhammadhar, in the month of Kartik, pleases Shrimati Radhika. Тот, кто поклоняется Шри Кришне в месяц Дамодар, доставляет удовольствие Шримати Радике. So the purpose of our glorifying Krishna, glorifying Dhammadhar in the month of Kartik is to attain the mercy of Shrimati Radhika. По этой самой причине целью нашего прославления Шри Кришны, Шри Дамодара является удовлетворение чувств Шримати Радики. This astakam is found in the Padma Purana. Эту аштаку мы находим в Падма Пуране. In the context of a conversation between Narad Muni and the host of rishis headed by Shaunaka Rishi. В контексте разговора Нарада Муни и целым сообществом мудрецов, ведомых Шаунака и Риши. And it there Narad Muni describes how this astakam, these eight verses glorifying Lord Dhammadhar manifested in the heart of Satyavata Rishi. И там Шри Нарада Муни, он рассказывает о том, как эта аштака, как эта Шри Дамодара аштака, песня, состоящая из восьми куплетов, как она проявилась в сердце Шри Сатьяврата Риши. In other words, Satyavata Rishi did not compose this astaka. Другими словами, Сатьяврат Риши не писал эту аштаку. But this prayer is nitya siddha, an eternal prayer. Но эта молитва является eternally perfect prayer. Нити сида, она является вечной совершенной молитвой. And each verse is progressively more and more profound. So as Satyavrata Rishi was doing bhajan for hundreds of years, as he was going deeper and deeper in his bhajan, gradually one verse and then another one after another were revealed to him. И по мере того, насколько бхаджан Шри Сатьяврата Риши становился более глубоким, то постепенно, по мере совершения им его практики в течение сотен и сотен лет, ему открывался стих за стихом. So he begins Namam Ishwaram Сачид Ананда Рупа. Сатьяврата Риши начинает Намами Ишварам Сачид Ананда Рупа. So Намами Ишварам means I bow down to the Supreme Lord. Намами Ишварам означает я предлагаю свои поклоны перед Верховным Господом. So the significance of this is that this opening verse is the Mangalacharanam, the invocation of auspiciousness. Смысл заключается в том, что этот первый стих, он является благоприятным введением, мангалачараной. So, мангалачаран means that before a work is performed or recited, in order to remove any obstacles in the recitation of that work, there should be a prayer which invokes auspiciousness. Считается, что прежде чем начать какой-либо труд, какую-либо работу, перед этим следует прочитать те благоприятные молитвы, которые удалят препятствия с нашего пути по мере совершения нами этой работы. Also, it is said that if an author is writing a work, then he will make a Mangalacharanam at the beginning to make sure to discard obstacles
to his completing the writing of the work. Также считается, что если какой-либо автор он читает Мангалачарану в самом начале, то он молится о том, чтобы он сумел довести эту работу до конца без всяких препятствий. So there are three types: Namaskriyatmakmangalacharanam, Ashivadatmakmangalacharanam, and Vastu Nideshatmakmangalacharanam. Существует три вида Мангалачарана: Намаскриатмак Мангалачарана, Васту Нирдешатмак Мангалачаранам и Ашарват Атмак Мангалачаранам. So Намаскриатмак Мангалачаранам means the invocation of auspiciousness in which the devotee is paying obeisances to his Ishtadev. Намаскриатмак Мангалачаранам означает, что в этой молитве преданный он предлагает поклоны у стоп своего поклоняемого божества. Ашивадатмак Мангалачаранам is an invocation of auspiciousness where the author is giving a blessing to the audience, an ashirvad. Ашарвадатмак Мангалачаранам — это означает, что автор он дает аширвад, он дает благословение той аудитории, к которой он обращается. For example, in Srila Rupa Goswami's Vidagdha Madhav, there he has written, Anarpita Acharim Chirat Kunavatirna Kalo Samarpaitum Unnata Unnata Rasam Svabhakti Sriyam Hari Purata Sundara Juti Kadamba Sandipita. Then in the end, Sadaride Kandres Partuva Satinandana means, may the beautiful golden form of the son of Sachi appear in your heart. He's blessing all the audience. So that's an example of Ashirvad. Примером Ашарвадатмак Мангалачарны является писание Видагдха Мадхава, автора Шрилы Рупа Госвами Пады, когда он молится в первом стихе о том, чтобы сын Шачи проявился в сердце каждого из нас. Таким образом, он дает нам благословение, чтобы мы получили это даржан в своем сердце. An example of Намаскриатмак is in the beginning of Chaitanya Charamrita. Ванде Гуруни Шабактани Шани Шаватаракам Tapakasam Stachakshis Krishna Chaitanya Samyakam, where he's bowing down to his Guru and to Mahaprabhu and Mahaprabhu's expansion Nityananda Prabhu and Avatar Advaita Acharya and his Shakti Gadada Pandit and his devotee Shiva Stapkar. Также bowing down to all Panchatattva. The first verse of Chaitanya Charitamrita. Также в Читании Чаритамриты мы видим с вами пример Намаскриатмак Мангалачарны, когда Шрила Кришнадас Кавираджа Госвамипад, он молится о том, он молится у стоп своего Гурудева, он молится у стоп Шри Чайтани Махапрабху, он молится у стоп Шри Нитинанды Прабху, Адвайта Ачарьи, Шри Гададар Пандита, Шри Вастакура. And then Vastu Nirdeshatmak Mangalacharan means the invocation of auspiciousness that defines the vastu, the subject matter, vastu nirdesh, it defines the subject matter of the whole work. И vastu nirdesh atmak mangalacharanam, она описывает vastu nirdesh, то есть то, о чем пойдет речь, предмет обсуждения. So, you can understand the level or the standard of a work by the examination of its auspicious invocation. И вы можете понять стандарт или уровень того или иного произведения по тому благоприятному введению, по той мангалачарне, которая приводится в самом начале этого произведения. Actually, in Vedic culture, all the writers, they have mangalacharna. На самом деле, в ведической культуре такова традиция. Каждый автор, он приводит мангалачарна, он начинает с этого. But Buddhist scholars, they rejected. They said Mangalacharana is not necessary. Но ученые буддисты они отвергли эту традицию. Они сказали, что Мангалачарану необходимо нет необходимости повторять. Mm-hmm. So they give the argument that if Mangalacharana is to remove inauspiciousness so that the author can finish this work. There are so many authors who wrote a Mangalacharanam and they died before they finished their work. So it's not necessary, it doesn't work. Они привели такой аргумент, они сказали, многие авторы, они начинали свои произведения с Мангалачаранам, с этого благоприятного введения, но по мере того, как они эту работу писали, они умерли и не закончили свою работу, поэтому нет никакого смысла писать, и в итоге, значит, нет никаких гарантий, что ты закончишь это. So then, беспрепятственно. The scholars in the Vedic tradition, they say, no, because that meant that that person had a very strong obstacle, but his Mangalacharana was not strong enough.
На что в ведической культуре отвечают: нет. Дело в том, что он для того, чтобы удалить все эти препятствия со своего пути во время написания того или иного произведения, он прочитал Мангалачарну, но просто из-за того, что Мангалачарна не была настолько сильной, поэтому он столкнулся с такими непреодолимыми препятствиями. So then the Buddhist scholars say, but there are so many persons, they completed their book without writing a Mangalacharna. Но тогда на это буддисты возражают, что были многие авторы, которые без всяких благоприятных видений, без всяких мангалачаран начинали писать и заканчивали свои работы. So then the Vedic scholar says that person must have written a very powerful mangalacharan in his previous life. На что ведические люди, они говорят, что скорее всего он зато такую благоприятную мангалачарану написал в своей предыдущей жизни, что в этой жизни ему удалось начать сильное произведение и закончить его. Значит, там Мангалачарна была очень могущественной. In any case, for us Gaudiya Vaishnavas, or Vaishnavas in general, we must have Mangalacharnam. Why? Because the success of our spiritual life depends not only on our efforts, but also on Kripa, mercy coming. So it is invocation, it is propitiation of the for the mercy of the Supreme Lord. Но чтобы там, как бы там ни было, для всех Гаудия Вайшнав и даже просто Вайшнав, это является необходимым написание Мангалачарны, этого благоприятного видения, потому что успех того или иного произведения, он потому что зависит все не только от наших собственных усилий, но и зависит также от милости свыше. So, there you can understand about the level of some text by the quality of the Mangalacharna. Поэтому качество того или иного текста вы можете распознать по Мангалачаране. For example, here he said, "Намами Ишварам, I bow down to the Supreme Lord." Здесь говорится, "Намами Ишварам, я склоняюсь перед Верховным Господом." So this indicates surrender to God. Это указывает на предание Богу. Srila Gurudev used to say, just see the Mangalacharan of Sri Vilap Kusumanjali. Srila Gurudev говорил, посмотрите на Мангалачарану Вилап Кусуманджали. Srila Raghunath Das Goswami said, Tvam Rupa Mandari Sakhi Pratita Puresmin. Pumsa parasya varanam nahi pasasiti bimba darakshatam anagata batrikaya yatteiva daiki mutatschukubhum pungavena. That is, Raghunath Das Goswami is completely in siddhavesh, absorbed in his identity as very beautiful young Rati Manjari. Мы видим, что Рагунат Дас Госвами, он полностью погружен в свою сиддхи-вешу, в свое духовное отождествление, как Рати Манджари. And in the morning time, Rati Manjari is meeting with Rupa Manjari. И утром Рати Манджари встречается с Рупой Манджари. And Rati Manjari sees that there's a cut on the lip of Rupa Manjari. И Рати Манджари замечает порез на губе Рупа Манджари. And she begins to have some exchange some joking words with her. И тогда она начинает с ней обмениваться шутками. Tam Rupa Mandri Sakhi Patita Puresmin. In this village, you are, O Rupa Mandri, you are very, very famous for your chastity. О Рупа Мандри, в этой деревне ты известна своим целомудрием. Pumsa Parasya Badanam Na Ipasasiti. It's known, everyone knows that you never so much as look at the face of another man, a man other than your husband. Все знают, что ты никогда не смотришь в глаза, в лицо никакому другому мужчине, кроме своего мужа. So, but I know that for some days your husband has been away in another village. He's looking for some very good, to buy some very good cows and bulls to increase his stock, his livestock. Но я знаю, что вот уже в течение нескольких дней твой муж отсутствует по причине того, что он уехал в другую деревню для того, чтобы прикупить более других коров для того, чтобы улучшить качество жизни. So, but I look and see that on your lips, which are red like a bimba fruit, there's a cut there. Но я вижу, что на твоих губах алых подобным алых как плоды. Плоды, как плоды фрукта бимбы, есть порез. Oh, could it be that some excellent parrot mistook your lips for a bimba fruit, and so the parrot came and pecked?
Может ли быть так, что какой-то замечательный попугай, он принял твои алые губы за плод бимба и кольнул тебя, укусил тебя? So, this verse has been explained in various ways. Этот стих объясняется различными образами. The direct meaning is that Ratimanjari is joking with Rupamanjari because the maidservants are always eager that Radhika should meet with Krishna, and that they very much insist that Krishna should not meet with them. Even in their dreams, if Krishna comes to them, they will refuse him. Непосредственное значение заключается в том, что Ратиманджари, она обменивается шутливыми словами с Рупой Манджари, потому что природа Манджари такова, что никогда, даже во снах, они не могут помыслить о личной встрече с Кришной, но всегда они страстно желают встречи Шимати Радики и госпожи с Шри Кришной. Ананья си рада падакамала дасьяй карасади харе сангей рангам сапана самайей напи дадати. Балат Кришна Курба Сакади Бир Кимапья Чарактика Пьюджасру Мейвейти Пралапати Маматма Чахасати Шрила Прабодхананда Сарасвати. He said that those maidservants who are Ananya Sri Radha Pada, one pointed dedication to the lotus feet of Radharani. Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур сказал, что те служанки Радики, которые Ананья, которые полностью сфокусированы на служении только ее лотосным стопам, Rasaika, they relish only that rasa. Rasaika, только эту расу они вкушают. So swapanena api dadati, even in their dreams, they don't enjoy with Krishna. Даже в своих снах они не наслаждаются Шри Кришной. So when it said even in dreams they don't do it, there's a very deep meaning. Вот когда мы слышим фразу о том, что говорится, что даже в своих снах они не встречаются с Шри Кришной, у этих слов есть глубокое значение. For example, if you all the devotees here very strictly follow four regulative principles. К примеру, все преданные, присутствующие здесь, строго придерживаются четырех регулирующих принципов. And you would not break them, because you have all made promise at the time of initiation. И все вы во время инициации вы принимали обет, во время которого вы пообещали их не нарушать, поэтому вы их нарушать не будете. But in your dream, you may break them. Но в ваших снах вы можете нарушить. I'm not giving you permission. I'm just saying it might happen that in your dream you may break. Не поймите неправильно, я не даю вам позволения, но я просто говорю о том, что как принцип в ваших снах вы даже не помыслите о том, чтобы нарушить эти принципы. Maybe in a dream you drink some wine, or in a dream you meet with some boy or girl. May happen. Но такое может быть случайно, просто так машинально, что вы, может, венца выпьете или встретитесь с девушкой. Why? Почему? Because even though you have decided, I will not do this, but the sanskar of that activity is still there. Потому что даже несмотря, and that sanskar is appearing in the form of a dream. Несмотря на то, что вы приняли твердое решение не нарушать эти четыре регулирующих принципа, но в силу того, что в вас присутствует самскара с прошлого, впечатление об этом наслаждении из прошлого, то естественным образом, само собой, так спонтанно, это может проявиться во сне. So, sapanas samayena apidadati, when it is said not even in a dream, means for the manjaris, what to speak of not meeting with Krishna, even the sanskara. Any impression of that type of activity, they are completely pure. It's not there, so even the thought or experience does not come in a dream. И поэтому, когда говорится о манджаре, о том, что даже в своих снах они не мыслят о личной встрече с Шри Кришной, это указывает на то, что у них просто нет таких самскар, нет таких впечатлений, которые могли бы их навести на эту мысль о встрече с Кришной. Балат Кришна. But if Krishna will come and catch them by the cloth and start pulling them, maid servant of Radhika. Но если Шри Кришна, он подойдет к служанкам Шри Радики и начнут тянуть их за чоли, за одежды. Then they will say, "Mama, no, no, stop, stop." Они скажут, "Мама, нет, нет, прекрати." And Mamatma Chahasati, and Radharani, when she sees this, she laughs. Mamatma Chahasati, Hasati, и когда Шримати Радхарани, она увидит это, ее это рассмешит, она начнет смеяться. Sometimes that maidservant may say, Krishna, if you will meet with me, then you will not have full happiness, and I will not have full happiness either, because my happiness is in your meeting with Radhika, and I am not so qualified like Radhika, so you will also not have full happiness. Временами, когда Шри Кришна подойдет к какой-нибудь манджаре и так схватит ее, то она ему скажет, смотри, Кришна, ни ты не будешь счастлив от этой встречи, ни я не буду счастлива от этой встречи. Почему? Потому что для меня высочайшее счастье, оно лежит в том, чтобы произошла ваша встреча с Шимати Радикой. So,
But sometimes here, Mamatma Chahasati means Radhika is laughing because she says to both of them, why are you thinking about your own happiness? What about my happiness? Но временами говорится, что Радика смеется. Почему? Потому что она их укоряет таким образом. Она говорит, почему вы думаете о своем счастье? Почему вы не думаете о моем счастье? So sometimes when Radhika says this, then she's indicating to Krishna, oh, take her. И поэтому, когда Радика, она иногда смотрит на эту ситуацию, она так указывает, дает отмашку Шри Кришне, бери ее. Hmm? So then, or the next morning, Rakhi Manjari is coming to Rupa Manjari and saying, oh, what happened? Did you get bitten by a parrot? И на следующее утро Рати Манджари приближается к Рупи Манджари и спрашивает его: "О, что это у тебя на губе? Попугай укусил?" This is a direct meaning. Это непосредственное значение. And some acharyas also explain it may be that Radhika and Krishna were meeting and Rupa Manjari was watching, and when Sri Krishna kissed Radhika, then the mark on Radhika was reflected and automatically appeared on the body of другие наши ачарьи комментируют таким образом. Они говорят о том, что во время того, когда происходила встреча Шримати Радхики и Кришны, то Рупа Манджари, она являлась наблюдательницей этой встречи. И следы на теле Шримати Радхарани от встречи с Шри Кришной, от ее интенсивной любви к Шримати Радхарани, они проявились на ее теле также. Actually, in Christianity, there's a phenomenon called stigmata, where the saint is so absorbed in remembering and the suffering of Jesus that they start to bleed from their hands. Применяя в христианстве мы встречаем такой феномен, как стигматы, когда человек, который практикует христианство, он настолько погружен в памятование Иисуса Христа, что те раны, которые были на Иисусе Христе оставлены после распятия, они проявляются на руках, ногах этого человека, христианина. So this situation is something much more than that. But the similar idea is there that the male servants are so absorbed in Radhika that by Yavadashray Vritti, Radhika's mood spread out and they feel what she's experiencing. И это нечто большее, чем то, что мы описали только что. Но намек здесь такой, что благодаря Yavadashray Vritti, это те чувства, которые испытывает Шримати Радхарани, они просто эманируют из нее и отражаются на тех спутниках, которые находятся в непосредственной близости. So Srila Gurudev has given both meanings. Srila Gurudev допускал оба значения. Now just see, this is the first verse. This is the Mangalacharanam of Vilap Kusumaji. Посмотрите, это только первый стих, первое введение, вводный стих Мангалачарана в Вилап Кусумаджали. So just like the first verse of Chaitanya Tanrita begins Vande Gurun, or when we begin to pray, we say Vandeham Shri Guru Suyuta Padakamalam when we do Mangalacharana. So it was the intention of Raghunath Das Goswami to pray to his guru first, in the first verse of Vilap Kusumaji. И мы видим, что первые строки читания Чаритамриты начинаются со слов Вандеи Гуруна. Также, когда бы мы не начинали наше поклонение, там, пение, то мы всегда говорим Вандехам Шри Гуру Шри Юта Падакамалам и так далее. Поэтому намерение Шрилы Рагхунатха Даса Госвами в изначальном стихе Вилап Кусумаджали было прославить... It was his intention. Yes, его намерением было прославить... But when he took his pen to write and glorify his Shiksha Guru, Srila Rupa Goswami, he became overwhelmed with such a wave of separation from Rupa Goswami that he lost his external consciousness. And there he saw his Shiksha Guru in front of him, or both of them, in their siddha roops, in their eternal forms in Krishna Lila. Таким образом, это было намерением Шрилы Рагхунатха Даса Госвами прославить своего Шикшу Гуру Шрилу Рупу Госвами Пада, но как только он приступил к написанию этого первого стиха Вилап Кусумаджали, то он потерял все внешнее сознание, и он оказался в своей Сидхавеше вместе со своей Шикшу Гуру Шрилы Рупа Манджари и оказался в трансцендентном. So, in this world, the disciple bows down to Gurudev. В этом мире ученик склоняется перед своим Гурудевом. And always remains in Anugatya, under guidance. И всегда находится в Анугате, под руководством. But in the spiritual world, they are not grand disciples, they are sakis. Но в духовном мире нет таких положений, как гуру и ученик, но они саки, они просто подружки. So there's no bowing down. Поэтому там нет таких прям поклонов непосредственных. But the principle of Anugatya remains. Anugatya is eternal. Однако принцип Анугати, он вечен, и он всегда сохраняется, даже в духовном мире.
So that is very important. Это очень важно. Anugatya, to always be under guidance. Our service is the, in the wake of our the Guruja, in the wake of the those Sakhis and Manjris who are senior to us in the group. They are friends, but still there's a line of Anugatya. И таким образом для нас всегда очень важно держать вот эту идею в голове, что всегда мы следуем по стопам наших гуруджан, по стопам тех, кто является старше нас. И таким образом мы также памятуем о том, что мы всегда находимся под руководством и должны и будем находиться под руководством старших саки, под руководством старших манджари. Между нами будет дружба, но так или иначе все равно принцип анугати, являясь вечным, сохраняется. So... Raghunath Das Goswami, he wanted to bow down, but being overwhelmed by intense separation from Rupa Goswami, then they became face to face as Sakhis, and now he couldn't bow down, so he made a joke. That's what friends do. That's how the friends express their love. И Шрила Рагхунат Дас Госвами, он хотел выразить свои пранамы, он хотел выразить свое выражение и почтение, выразить свое уважение и почтение своему Шикша Гуру, но из-за сильной волны разлуки, которая полностью накрыла его, он потерял всякое внешнее восприятие, погрузился в свое внутреннее отождествление, и уже увидев Рупу Манджари, а не Рупу Госвами, он не предложил поклоны, а он начал шутить. So, from the level of this Mangalacharam, you can understand that this poem, Sivalap Kusumanjali, what level of Vaishnav is this for? Поэтому даже по введению, по Мангалачарне, этой Вилап Кусумаджали, вы можете понять, для какого высокого ранга Вайшнавов это писание предназначается. Is it for those who are trying to surrender and trying to go through Anatta Nivritti? Для тех ли это, кто только старается предаться и проходит через процесс очищения от Анатха Нивритти? It's for the very advanced Vaishnavas. Это для очень продвинутых Вайшнавов писания. So, those who are not on that level, from time to time, they can hear something, so they can understand what is their goal and aspire for that, develop some greed for that. Те, кто не находится на этом уровне, они временами могут слушать об этом для того, чтобы понимать, устремляться к той цели, которая для них намечена, и для того, чтобы развить это страстное желание обретения этой цели. Now, the beauty of this Dhammadarashtakam is that it begins at the beginning. Красота этой Дамодараштаки заключается в том, что она начинается с самого начала. So it's relevant for all of us. То есть она уместна для каждого из нас. Намами, I bow down. Намами, я склоняюсь. Намаха means, на means nivritti, to give up. And ма means ахаммамети, the concept of I and mine, the identification with the gross and subtle material bodies. This I give up, and the essence of myself I am surrendering at the feet of Ishvara, Supreme Lord. И таким образом слово намаха означает на неврите, что я полностью оставляю ма ахаммамети, всякое отождествление я и мое, наше грубое и наше тонкое тело и суть самого себя я предаю на служение. And I am bowing down. Giving up ego and bowing down has another meaning. Я оставляю свое эго и также я склоняюсь. И слово склоняться означает еще имеет еще одно значение. When we bow down, what do we say? Когда мы склоняемся, что мы произносим? Jai. Jai. Sisi Radhavinod Jai Juki Jai. Everyone bows down and they give Jai. So bowing down indicates the surrender and also glorification. All glories to you. И таким образом, когда мы склоняемся и говорим джай, это означает, что мы одновременно и предаемся, и прославляемся. Слава тебе. And also bowing down indicates desire. Также преклонение указывает на желание. Because when we bow down to someone and glorify them, it is because we want something from them. Потому что когда мы склоняемся перед кем-то и прославляем эту личность, то это означает, это указывает на то, что мы чего-то от этой личности хотим. If a materialistic person comes very like this, then for definite they want something, but they want something material. Если материалистичный человек он приходит и склоняется, то однозначно он преследует какие-то материальные цели. But when the devotees bow down, then na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam baya jagadishakame, mama janmani, janmani shrei bhavatad bhakti hoit ki tvai. I don't want
any wealth, I don't want a progeny, I don't want to become a learned scholar, I only want that your spontaneous devotional service will awaken in my heart at every moment. Но когда преданный склоняется, то он говорит на данном наджанам на сундре, он говорит, что я не хочу ни богатства, я не хочу никаких ни потомков, я не хочу стать именитым ученым, но единственное, что я хочу, это совершать спонтанное преданное служение тебе. So Satyavat Rishi is bowing down. So what does he want? Satyavat Rishi склоняется, но вопрос, чего он хочет? So now in the 8 verses he will explain exactly what he wants. И сейчас эти 8 стихов Шрила Мадхурашки объяснят то, чего он хочет. So Namam Ishwaram Satchit Anandarupam. I bow down to Ishwara. Я склоняюсь перед Ишварой. Ishwara means who has Aishwarya. Ишвара означает тот, кто наделен Айшварией. Opulence. Могуществом. Aishwarya means the astacities. 8 types of mystic perfection, which are there in a minute proportion in a yogi, they are there in the Supreme Lord without doing austerities, just naturally and in unlimited degree. Что такое Айшвария? Айшвария означает аштасидхи. Это означает 8 мистических сил, 8 мистических совершенств, которые в йоге, которые практикуют, они присутствуют в такой маленькой степени, но в Верховном Господе они присутствуют безгранично. So the cities are anima, lagima, mahima. Anima to be smaller than the smallest. So in every atom there is Paramatma. So he is the smallest of the smallest. And all the universes have come from him. So he is the biggest of the biggest. В каждом атоме присутствует Параматма, поэтому он и маленький из всего самого малого, и также он присутствует во всех вселенных вообще везде. He has prapti, he can attain whatever he wants. У него есть прапти, он может достичь чего он только не пожелает. Kama Vishayata Siddhi, he can contradict all the laws of nature and fulfill any desire. Kama Vishayata Siddhi, он может достичь всего, чего он только не пожелает, нарушив любые законы природы. So, he is a Ishwara. Поэтому он Ишвара. Ishwara means that just by his nature, everything in existence is under his control. Ишвара означает, что такова его природа, что все вокруг подконтрольно ему. That means there is no swatantra vastu. There is no substance which is independent from him anywhere. Это означает, что нет никакой свотантра васту, нет ничего такого, что могло бы быть независимым от него. And this is our problem. В этом заключается наша проблема. Pritak drisha. У нас есть pritak drisha. Pritak drisha means a vision of separateness. Pritak drisha означает видение отдельного контекста. We conceive of things as having a separate, being separate from God, or having their own independent self-supporting existence. Нам кажется, что есть что-то, что может поддерживать свое существование само по себе. Нам кажется, что мы можем быть независимыми от Верховного Господа. Нам кажется, что какие-то объекты могут существовать независимо от Верховного Господа. So, this is naturally due to the avidyavritti of Maya, ignorance potency. So we see things, oh, this is an independent object, this is an independent object. Так влияет на нас авидья вритти майя, это энергия невежества, которая покрывает нас и заставляет нас видеть тот или иной объект отдельно от Господа. And because of this, this is a dvitiya, vayam dvitiya abhinivesha, thus we have a dvitiya abhinivesha. We're absorbed in the idea that there's something other than God. И это наша dvitiya abhinivesha, то есть в ходе нашего существования мы просто погружены в мысли о том, что есть что-то отличное от Господа. And this is the cause of all anxiety. В этом заключается причина всех наших треволнений. It's the cause of all problems. Причина всех проблем. So, really, if we can only follow these first two words of the Dhammadasakam, Namami Ishwara, I bow down to Ishwara in recognition that he is in control of everything. He is the instrument, he is the efficient cause, the instrumental cause, and the ingredient cause of all existence. If we can just follow that, then we'll be free from pritak drisha, the vision of duality.
Таким образом, если мы просто хотя бы осознаем вот эти два слова, если мы будем иметь такую ментальность, такое настроение намами шварам, то тогда мы осознаем, что Верховный Господь, Он контролирует все, что происходит в этой реальности, и что Он является причиной всех причин, что Он является и тем Творцом, который задумал все, Он является и воплотителем, и Он является и ингредиентной причиной всего существования. И что при таком видении все, всякая притагдриша, всякое понимание того, что существует какая-то отдельная от Господа субстанция, прекратится. As long as we have a vision of duality, we cannot do bhajan. До той поры, пока мы погружены в этот мир двойственности, баджан совершать мы не можем. In Gita, Sri Krishna said, "Yesham to antagatam papam, jananam punya karmanam, te dvandva moha nirmukta, bhajati mam dridhavrata." Those who have become free from their sinful reactions and acted piously in this life and previous lives, then their consciousness being free from duality, they can engage in bhajan with a strong determination. В Бхагавад-гите Шри Кришна говорит о том, что те личности, которые освободились от грехов через служение мне, у которых сохраняется чистое сознание с прошлой жизни и с этой жизни, то тогда они освобождаются от этой двойственности, от этой от видения в дуальности и видят меня во всем. Они могут совершать мне баджан. This is why с твердой решимостью. In the Chandogya Upanishad, it is said that all things, ornaments, earrings, necklaces, bangles made of gold are nothing but gold. The only difference between them is the name. You say this is an earring, this is a bangle, this is a necklace, but actually there's only gold. В Чандогье Упанишаде говорится, что если мы видим какие-либо украшения из золота, это могут быть серьги, это могут быть браслеты, это могут быть ножные колокольчики, различные ожерелья, то по факту, по большому счету, все это не что иное, как золото, но просто названное различными именами. So in the same way, in this world, the element earth is there. Также в этом мире мы видим присутствующим элемент земли. And by the influence of the time and the gunas, so this one element, earth, is just taking different forms and that appearing and disappearing. И только под влиянием времени и различных гун мы видим, что как этот элемент, он трансформируется в ту или иную форму. Like if you're boiling soup. Допустим, вы кипятите суп. You know, and then it gets hot stuff to bubble. И у вас всплывают the пузырьки. Bubbles appear and disappear. Пузырьки появляются и исчезают. So this one ashes to ashes and dust to dust. Поэтому это все пыльная пыль и прах и пепел. Your body is made of the earth element. These elements have been in the earth all the time, and when you die, they'll go back there. Ваше тело было создано из элемента земли. Когда вы помрете, когда вас не станет, то из чего вы состоите, этот элемент земли вернется обратно в землю. So everywhere you're seeing the earth element, and some bubbles are coming. Boom, 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 boom. Поэтому все, что вы видите, является ничем иным, как элементом земли, но просто приобретающим различные формы, как эти пузырьки, всплывающие в кипящем супе, приходят и уходят. But you are giving names to these bubbles. Но вы называете различными именами эти пузыри. This is my wife, this is my husband, this is my children. Это дети мои. This is called avidya, avidya vritti. Это называется авидья вритти. So we give everything is same. Everything is same, but we are giving names to everything and making everything pritagdrisha. Все единородно, все как на ладони, но мы категоризируем различные вещи и называем различными именами. Это вызвано нашим видением, которое называется притагдриша, видением того, что существует субстанция отдельно от Господа. The only reason that the individual forms seem to have a reality to us is because the power behind each form is Paramatma, which is the reality. Единственная причина, по которой нам все эти различные формы кажутся реальностью, заключается в том, что за всем этим стоит Параматма. So it is said in Bhagavad Gita that Vidyavinaya Sampane Brahmani Gavi Hastiniti Suni Chaiva Swapakacha Pandita Samadashina. A learned person, a pandit, sees everyone equally, whether they're a Brahmin, a cow, an elephant, a dog, or even an outcast doggy eater. Поэтому в Бхагавад-гите говорится о том, что подлинный пандит, подлинный мудрец, он видит все в этом мире равным взглядом. Для него едиными являются и брахман, и корова, и слон, и собака, и даже собакоед. So, that transcendental world is beyond this
ignorance. Трансцендентный мир стоит выше этого невежества. So, if you are not seeing everyone equally, если вы не видите всех равным взглядом, and you have attachment to the home and family and money and different situations, then don't start with Tvam Rupa Manjari Sakhi Vrinda. That is the other world. You start here with Namameshwaram. Surrender to God so that the ego will go away, the ignorance will go away, and one will develop there, become free from pritag drisha, and then actual bhajan can begin. Поэтому если вы живете в этом мире дуальности, если у вас есть вот этот взгляд притаг дриша, то тогда не надо начинать со слов Гаурупа Манджари, теми словами, которыми Шрила Рупанатас Госвами начинает Вилапкус Манджари, тогда то, к чему вам следует обратиться, это к той Мангалачаране, которую предлагает Сатьяврат Риша Намамишварам, для того, чтобы предаться Господу, для того, чтобы избавиться от своих греховных поступков, для того, чтобы избавиться от того невежества, которое вас покрывает на этот момент, для того, чтобы избавиться от этой Притагдриша. This is why the Prakrit Sahaja Bhav comes, that unqualified persons try to go into the confidential subject matter, because their ignorance is so deep, they don't even know that they're in ignorance. Поэтому здесь начинается Пракрит Сахаджия Бхава. Почему она начинается? Потому что неквалифицированный человек, пытаясь прорваться силой в эту трансцендентную реальность, он настолько невежествен, что он даже не отдает себе отчета в том, что у него нет никакой квалификации на это. So, in the Sharanagati, one of the angas of Sharanagati is a dhainya karpanya, to be humble, to humbly recognize what is my state of consciousness. I am an ignorant and foolish person. Поэтому одна из анг Шаранагати, она называется Данья или Карпанья, которая позволяет человеку, имеющему ее, осознать свое настоящее положение, кто я такой, где я нахожусь. But that ignorance can be removed simply by surrendering at the lotus feet of the Supreme Lord. Но это невежество может быть легко удалено от нас через предание себя у стоп Верховного Господа. The avidya vritti starts to go away at once. То есть тут же, как только мы предаемся, avidya vritti, это энергия невежества, покрывающая нас, уходит. Because the cause of avidya, or our absence of knowledge of our, that we are spiritual beings, the cause of that is vimukta, indifference to the Supreme Lord. So simply by turning our attention, my Lord, I surrender to you, already the process of the removal of avidya is taking place. Потому что причина нашей авидии заключается в нашей вимукате, она заключается в том, что мы отвернулись от Господа, и поэтому немедленно, как только мы разворачиваемся к Господу, то тут же ситуация меняется. И это безразличие, это вимукта, она удаляется. So, Namameshwaram, then Satchid Ananda Rupam. O Ishwara, you are the embodiment of Sat, eternal existence, Chit, the transcendental awareness, and Ananda, spiritual joy. И мы начинаем Намамишварам Сат-Чидананда Рупам. О Верховный Господь, Ты являешься воплощением Сат, вечного существования, Ты являешься воплощением Чит, трансцендентного знания и Ананды, Верховного Блаженства. So, see Krishna himself, his vigraha, his form is a Sat-Chidananda Gana, condensed eternity, consciousness, and bliss. Поэтому сама по себе форма, облик Шри Кришны, он называется Сатчидананда Гана. Это означает сгущенная, концентрированная энергия существования, знания и блаженства. So that is called those are the vrittis of Swarup Shakti, the power of his form, Swarup Shakti. Это вритти его внутренней трансцендентной энергии Swarup Shakti. So the predominating deity of the Sat, Sandini Vritti, is Baladev Prabhu. Главенствующее божество Сандини Вритти или Сата, это Баладев Прабху, энергия существования. So that Sandini Vritti manifests the all the
existence all the spiritual forms. И эта сандини шакти, она проявляет все духовные формы. So Baladev himself has manifested all the paraphernalia of Krishna's service in the dham. В святой обители Баладев он принимает облик всех божественных параферналий. So it will say lasat kundalam gokule brajmanam. That's baby Damodar's earrings are glittering. Здесь говорится Ласат Кундалам Гокуле Браджаману. Говорится, что сережки Кришны, они покачиваются, поблескивая, отбрасывая сияние. So Baladev Prabhu has become the ornaments on the body of Krishna. Баладев Прабху стал украшениями на теле Кришны. And his earrings are swinging and kissing his cheeks. Его сережки покачиваются, целуя Кришну в щеки. And this Sandini Vritti is manifesting all the various dharmas through the different realms of the Lord in Mathura and Dwarka and Vaikuntha and so on. И эта Сандини Вритти, она также проявляет различные духовные обители Господа, Мадхура, Вриндаван, Дварка и так далее. Through that Vritti, Baladev becomes Krishna's bed, Krishna's umbrella, the fan, and his cloth, everything. И также через Asam, эту Vritti, Asam, Bhushan, Paduka. А через эту Vritti Баладев Прабху, он принимает формы кровати Кришны, его одежды, его украшений, его обуви, апахала, омахивающего его, зонта. So, see, Krishna's Satchidananda Roop is so extraordinarily beautiful. Satchidananda Roop, Шри Кришна, его форма, она экстраординарно красива, невероятно красива. After Krishna disappeared from this world, после того, как Шри Кришна оставил этот мир, he met with Maitreya, Uddhav met with Maitreya Rishi. Uddhav встретился с Maitreya Rishi. And he said, Yanmarchali lopayika so yoga maya param dashayata grihitum vismapadam svasyata sobhagate param param bhushana bhushananga. Which means that Yanmarchali upayogi, the form of Krishna is exactly perfect for Marcha Leela, that means pastimes like Marcha, a mortal, like a human being. Yanmarcha Leela, форма, та форма, которую Шри Кришна принимает для того, чтобы совершать свои лилы, она очень подходит для его лил, и она является Yanmarcha Leela, она является той формой, в которой Кришна предстает перед нами обычным смертным. So this form of Krishna is not four arms, or any other kind of opulent manifestation, exactly just like human-like. Эта форма не четырех рук и не с какими особыми там спецэффектами. Это просто такая же форма, которую имеют обычные люди. And so it's very, very sweet. И она очень, очень сладостная. And this form it exists eternally, but yoga maya, the bow by the strength of yoga maya, it exists eternally aprakat, and now by the power of yoga maya, it became prakat. In this world. Эта форма, она вечно существует, но йога майя, благодаря силе йога майя, трансцендентная энергия Кришна, та форма, которая была апракат, не проявленной, она стала пракат, проявленной. So this is a great miracle that the Supreme Lord in the highest and most inaccessible area of the spiritual sky, that is the Galok Stit Vrindavan. The Lord there, same Lord, now that Aprakat Leela has become Prakat here, how? By the Yoga Maya Bow, the power of Yoga Maya. The power to make the impossible possible. И это величайшее чудо, то, что является самым высочайшим, то, что является самой недоступной обителью Галока Стит Вриндавана, которая была Апракат, которая была не проявленной, и теперь она стала проявленной. Каким образом, по милости йога Майя Бал, благодаря той силе йога Майя, которая делает невозможное возможным. Висмапанам свасата собагаде. And this form is so beautiful. It makes everyone become astonished. Even Supreme Lord himself becomes astonished seeing his own form. Эта форма, она настолько красива, что она изумляет всех. И более того, она изумляет самого Господа. Когда он смотрит за себя, он сам не, наглядеться не может. Он думает, какой же я красивый. Once Krishna met with Radhika in a kunj. Однажды Кришна встретился с Радикой в кунже. And afterwards he went outside when she was tired to pick some flowers to decorate.
to make a crown of flowers. И после того, как Радика устала, Кришна вышел наружу Кунджи для того, чтобы насобирать цветов, для того, чтобы сделать корону из цветов для Радики. And when he was picking the flowers, he looked and he saw his own reflection in some jewels. И собирая цветы, Шри Кришна вдруг в драгоценных камнях увидел свое собственное отражение. And he said, Апарикалита лила Das chamatkar kari spurati mama gariya eishma durpuram. Who is that form? Кто эта личность? Кто эта форма? That causes the whole world, including myself, to be filled with wonder. Которая заставляет весь мир и меня самого просто удивляться. Я настолько поражен. He is even more sweet than me. Он даже более сладостен, чем я. And when I see him, he's so beautiful. I become filled with this urge to embrace him, like Radhika does. И когда я вижу его, то я чувствую переполняющее меня желание обнять его, подобно тому желанию, которое появляется у Радики. So we see that Krishna seeing his, the reflection of his own beauty was one of the causes for his appearance as Chaitanya Mahaprabhu. И мы видим, как то отражение своей собственной красоты, которое углядел Шри Кришна в отражении, это желание постичь свою собственную красоту, оно является причиной того, что Шри Чайтанья Махапрабху появляется в этом мире. You know that once in Dwarka, a Brahmin complained that every time my wife gives birth to a child, the child disappears. Вы знаете, что в Двараке один брахман однажды пожаловался, он сказал, как только моя жена рожает нового ребенка, то он тут же исчезает. So I think that there are no real kshatriyas, no real warriors in the world these days. Я думаю, who can protect the people? Я думаю, что все перевелись настоящие кшатрии, настоящие воины, которые могли бы помочь мне в этом, больше не существует на земле. So Arjun, when he heard there's no warriors in this world, then he took it as a personal insult. Когда Арджуна услышал эти слова, что никаких кшатриев, никаких воинов на этой земле не осталось, то он воспринял это как личностное оскорбление. He said, I'll protect your next child. If it's the last thing I do, if I don't protect, then I'll enter fire and give up my life. Он сказал, я защищу твоего ребенка, который должен родиться, и если я не защищу его, то это будет последнее, на что я отважусь в этом мире. Если я не буду способен сдержать свое слово, то тогда я войду в огонь заживо. So when that Brahmin's wife gave birth to the child in the maternity room, Arjun was outside with his bow and arrow. No one's gonna come and get this baby. И когда жена этого брахмана в родильной комнате проходила через процедуру рождения малыша, то Арджуна стоял на готове со своим луком снаружи этой родильной комнаты. But somehow the child just disappeared. Но так или иначе ребенок, родившись, исчез. And that Brahmin said, I was right. Этот Брахман сказал, я был прав. And then Arjun had to kill himself, so he made a big funeral pyre of wood, and he got on top and he took his arrow. He was about to ignite it and burn himself. Ну и все для Арджуны это был полный финиш, потому что ему надлежало теперь себя заживо сжечь. Он подготовил уже погребальную церемонию, был готов выпустить стрелу с горящим наконечником для того, чтобы разгорелся пожар. Shri Krishna suggest wait. Shri Krishna сказал, просто подожди. We should try to find the child. Давай сейчас ребенка попробуем найти. Come with me. Пойдем со мной. So then Arjun got on chariot with Krishna, and Krishna had mystical chariot and horses that flew through space and through the coverings of the universe. И Арджуна сказал, давай забирайся ко мне на колесницу. Арджуна залез в него на колесницу. Это была такая трансцендентная колесница с неведомыми трансцендентными лошадями. И они просто поехали, полетели в небо и вышли за пределы оболочки этой вселенной. So you know that millions of universes are floating in the causal ocean that have come from the pores of the skin of Mahavishnu. Вы знаете, что в причинном океане плавают миллионы и миллионы вселенных, которые вышли из пор Махавишну. So when they came out through the covering of the universe into the causal ocean, they saw the Mahapurush, the huge form of Mahavishnu. И когда они вышли вот за пределы покрытия этой вселенной, то они оказались в причинном океане, они увидели эту огромную форму Махавишну. And that huge form had such a deep voice. И этой огромной формы был очень глубокий, такой богатый голос. And he said, I have stolen those children. И он сказал, я украл этих детей. Because I wanted to have the darshan of Krishna. Потому что хотел получить даршан Кришны. Mahavishnu was astonished seeing this, because Mahavishnu is very big. He has four arms. He wanted to see this human-like form, which is so beautiful. Even Krishna's own expansions
I become astonished seeing it. Я Махавишну, он такой сам был огромный, четырехрукой формы, он хотел увидеть эту удивительную форму человекоподобную Кришны с двумя руками, как обычного человека. But it has also other miraculous implications. Но также у этого другие очень удивительные. One can only see that form darshayita yoga maya balam darshayita kritam by yoga maya. That form is revealed. Эта форма может быть явлена только по милости Йога Майи. So the Yoga Maya in Dwarka Lila is so dense and confidential that even Mahavishnu cannot enter into that place and see Krishna. That otherwise there would be no reason to steal the children. Йога Майя настолько могущественна в Дварка Лиле, настолько она густа, настолько она все делает конфиденциальным, сокровенным, скрытым, что даже у этой формы Махавишну нет никакой возможности получить даршан Шри Кришны, и поэтому ему пришлось выкрасть этих детей. So even Mahavishnu cannot see the Dwarka Lila. And you are thinking chanting Namaparad, you're going to see Astakalya Lila. Даже Махавишна не может получить даршан Дварка Лилы Шри Кришны, и вы думаете, что воспевая лишь оскорбление святого имени Намапарад, вы увидите Астакалья Лилу, Лилы Радхи Кришны? Hello. Алло. So these forms of Krishna in his various abodes, they are revealed by Yoga Maya. Эти формы Шри Кришны в различных его обителях являются силой Йога Майи. Therefore it is said, Mahat Kripa Bina Kon Karma Bhakti Nai Krishna Bhakti Duri Raho Samsa Nahishai. Without the mercy of a Mahat, a great Vaishnav, anything that you do will not be bhakti, it will be karma. Поэтому говорится, что что бы вы ни делали без милости Махата, без милости великой души, это не будет бхакти, но будет только кармой. Because bhakti is the vilas of Swarup Shakti, it's the play of Krishna's internal potency. Потому что бхакти это вилас Сварупа Шакти внутренней, это игра внутренней энергии Шри Кришны. So only when Намамешварам, when we surrender, we do Sharanagati, and we come in the Anugatya of our Gurudev, then the Swarup Shakti, which is coming through Guru Parampara and through our Gurudev, comes to us. То поэтому только тогда, когда мы совершаем намамишварам, только тогда, когда мы предаемся, только тогда, когда мы совершаем шаранагати, находясь в анугате нашего Гурудева, следуя по стопам нашего Гурудева, то только тогда эта трансцендентная энергия Господа, она начинает нам являть, это Сваруп Шакти начинает нам являть трансцендентную обитель через нашу Гуру Парампару. The two forms of Kriya Shakti. Существует две формы Kriya Shakti. One belongs to Krishna Swarup Shakti. Одна принадлежит Сваруп Шакти Кришны. And one is the Kriya Shakti which is in Maya, which is united with the semblance of that original Kriya Shakti. И другая Kriya Shakti Maya, которая сливается, которая является подобием Сваруп Шакти. That is called Pravritti Abhas Sambalita. Pravritti Abhas Sambalita. That Maya is united with an Abhas, a semblance of the Kriya Shakti of the internal potency. Это означает Pravritti Abhas Самвалита. Самвалита. Это означает, что вот эта Крия Шакти Майи сливается со Сваруп Шакти, с духовной энергией Господа. So all of our activities, the movements of our prana, and the prana is controlling all the senses, they are all coming from Maya. Поэтому вся наша деятельность, движение нашей праны, а прана контролирует наши чувства, все это исходит из Майи. But when we do Sharanagati, and we surrender to our Gurudev and completely by body, mind and words make our heart, body, mind and words one with the desire of Shri Guru, then the Kriya Shakti of Swarup Shakti comes into our body and takes over our prana. И что тогда происходит? Когда мы совершаем шаранагати нашему Гурудеву, когда мы совершаем служение нашим телом, умом, словами, то тогда наша прана подпадает под контроль, то есть та крия, та деятельность, которую мы делаем, она уже становится не майка, она уже одухотворяется и становится принадлежной к Сварупа Шакти Верховного Господа. And at that time, you don't chant. Трансцендентной энергии. You don't chant. The tongue itself is moving by itself. И в это время вы не воспеваете, но ваш язык сам по себе
Святое имя само проявляется, заставляет ваш язык двигаться. All the vrittis of your buddhi, all the movements of your mind and intelligence, now they're under the control of Swarup Shakti. Все вритти, все функции вашего будхи, вашего разума, они подпадают под контроль этой внутренней трансцендентной энергии Господа Сваруп Шакти. So that you can chant and remember the divine subject. Тогда вы получаете возможность воспевать и памятовать трансцендентные объекты. So that is bhakti. Это бхакти. It is the vritti of Swarup Shakti. То есть это вритти Сваруп Шакти, функция Сваруп Шакти. And that's why they said that charanagati, surrender, is the doorway to bhakti, because without surrendering and making one's heart one with the heart of Gurudev, then the Swarup Shakti will not come and take over our mind and senses, by which we can have the anubhav, the realization of Krishna's Sachidananda Roop. So Namam Ishwaram Sachidananda Roopam. This is the series. Поэтому и говорится, что Шаранагати является вратами, является дверью в бхакти, потому что без предания Шигуру, без анугати Шигуру, никогда эта сварупа шакти, эта чистая трансцендентная энергия не придет, и никогда мы не получим анубав, никогда мы не получим реализации этой сачидананда рупы Верховного Господа. So then Satyavad Rishi saying, Lasat Kundalam Gopule Brajamana. Oh, he is the that supreme Sachidananda form is shining most splendorously in Gokul. И тогда Сатьяврат Риши говорит, что это удивительная Сатьяврата форма Шри Кришны, она сияет очень ярко в Гокуле. So now he's speaking about the Dham Vaishishtya. Теперь он говорит, начинает говорить о Дам Вайшиште, об особенности обители Господа. This form of God is not flying around on the back of Garuda. То есть эта форма Господа, она не летает на спине Гаруды. With the Narada and the four Kumaras and all the rishis offering prayers of the Vedas to him. Сопровождаемая тем, что Нарада и другие риши, они совершают ему поклонение и прославляет его мантрами. This original form of Ishra, the Sachidananda Roop, lives in Gokul. That means dairy farm. Это изначальная Сачидананда Рупа, это изначальный Верховный Господь Ишвара, он живет на ферме. Go means go cows, go vatsa, calves and gopas, covered villages and gopis. И вот это го означает го коровы, го ватса означает телята, гопы и гопи, пастухи и пастушки в раджа. And that Gokul is the highest realm. Это Гокула является высочайшей обителью. Of which Golok is only the Vaibhav. А Голока ее Вайбав Пракаш. So there in that covered village, then Lasat Kundalam, that Krishna is wearing very beautiful sparkling earrings. И в этой деревне пастухов Шри Кришна носит очень красивые, сияющие, переливающиеся, отбрасывающие тени сережки. And his earrings are swinging. Эти сережки, они покачиваются. Why? Почему? Because he's running. Потому что он бежит. And he's running. Dio. Dio means out of fear. И он бежит, почему? Дио, испытывая страх. But wait a minute, we just heard that if you surrender to the Ishvara, then you become free from all fear. Но подождите, мы же только что слышали о том, что если ты Ишваре, Верховному Господу, предаешься, то ты избавляешься от всех страхов. So this is a great paradox, that surrendering to whom you become free from all fear, himself is running away in fear from his mother. Это является величайшим парадоксом, что та личность, которая свободна тебя освободить от любого вида страха, сам в страхе улепетывает от своей мамы. Yashoda Biolu Kaladhavananam. Now the Satyavad Rishi has introduced the Dham Vaishishtya, Rupa Vaishishtya, and now he's introducing Parikara Vaishishtya, the speciality of his associates. Яшода Биолу Каладева Манам, Сатьяврат Риши описал нам Дам Вайшиштю, Рупа Вайшиштю. И теперь он переходит к описанию Парикара Вайшишти, то есть особенности спутников Шри Кришны в духовной обители. Have you seen Lord Narayan running away from everyone in fear? Видели ли вы Господа Нараяна, переполненного страхом, убегающего от кого-либо? Have you seen Lord Нисингхадева? Нисингхадева, вы бежали, видели, бежит и кричит, помогите! Never happened. Никогда такого не случалось? Because any form of the Lord, they don't have associates. Потому что ни у какой формы Господа нет спутников. That have so much love. Которые переполнены любовью к ним. That they even become afraid. Что они даже
начинают бояться этих спутников. So Yashoda Bhyo Lokala Dhavamana. Dhavamana means Krishna is running away from the Udukala. That means a grinding motor. Кришна убегает, забегает за, господи, как ступку. But Paramristam Atyanta to Drutya Gopya. But he got caught from behind. Но все равно мама, она настигла его сзади и поймала. By his mother, because she ran faster than him. Почему? Потому что мама бегает быстрее, чем Кришна. Perhaps you know when Jarasandha attacked Mathura with the millions and millions of soldiers. At the same time, Kala Yavan also attacked with 33 million Yavanas, barbarians. Возможно, вы знаете, что когда Матхура была атакована Джарасандхой с одной стороны, то тогда Кала Явана с 30 миллионами яванов, варваров, он атаковал Матхуру тоже. So when Kala Yavan wanted to fight with Krishna, Krishna got down from his chariot. И когда Кала Яван захотел сразиться с Шри Кришной, Кришна спустился с колесницы. So warriors, they want to fight equally, because there's no glory in defeating someone if you have an advantage over them. Существует определенный этикет в том, как сражаются два воина, потому что нет славы, если ты победишь врага, имея превосходство над ним. But Krishna just turned around and walked away. Но Кришна, он не стал сражаться, он просто развернулся и пошел. So he's famous as Ranchur, that means a coward who leaves the battlefield. И он известен как та личность, которая как трус покинул поле битвы. So Kala Yavan, he was sprinting, come back, you coward, fight with me. Kala Yavan мчался за Кришной и кричал, ты трус, ну-ка вернись, сражайся со мной. And Krishna was just casually walking. А Кришна просто такой обыденный ходьбой. And Kala Yavan was sprinting, but somehow or other he just couldn't catch up with Krishna. И Kala Yavan бежал изо всех ног, но никак он не мог настигнуть Шри Кришну, хотя тот просто шел. And of course, you know, Krishna went into a cave. Вы знаете, конечно, что Кришна вошел в пещеру. Where a very powerful king, Muchukunda, was asleep, and in the dark, Krishna took off his yellow cloth and put it over that king, and then just waited in the shadows for Kala Yavan to come and say, "Oh, now he ran away. Now he's sleeping." And he came and kicked him. Я спал, Кришна забежал в эту пещеру, где спал очень могущественный царь Мучукунда, и Кришна, он просто надел свою желтую накидку на этого Мучукунду, предвкушая следующую сцену, когда Кала Яван ворвется в эту пещеру и начнет кричать, ах ты нахал, куда ты скрылся, и увидев эту желтую накидку, подумает, что так он тут спит, и он, естественно, подошел и пихнул Мучукунду. Muchukunda had a benediction from the devatas that if anyone disturbed his sleep, they would be burnt to ash. So he woke up and looked at him and Kala Yavan was incinerated. Было такое благословение от полубогов, что любой, кто разбудит его, то гнев вырвется из его глаз в виде огня и просто испепелит этого человека. И поэтому Кала Явану не повезло в этом отношении, он просто сгорел. But what this illustrates is that even a very powerful warrior sprinting at full speed cannot crush Krishna when he is walking. And has no fear at all. But here in Gokul, Krishna is really afraid, and he's running as fast as his little legs can carry him. But still, Mother Yashoda is a little bit healthy, you know. She catches him. How is it possible? И это иллюстрирует перед нашими глазами следующий факт, что даже самый могущественный воин, который со всех ног бежит за Кришной, пытаясь его нагнать, не способен этого сделать, в то время как маленький Кришна, однако же являясь Верховным Господом, на своих маленьких полненьких ножках со всех сил, со всей мочи он старается убежать от мамы Яшоды, и мама Яшода, имея, она такая очень здоровенькая, полноватенькая, но она очень легко и просто его нагоняет. Lord Brahma said, Pantastu Kauti Shatavatsara Sampraganyo Vayor Tapi Munayo Munipungavanam. That even the yogis who have a siddhi and can travel at the speed of wind or can travel at the speed of mind for thousands of years, they cannot catch Krishna. И Господь Брахма говорит, что даже те йоги, у которых есть все мистические силы, которые могут передвигаться в пространстве быстрее, чем со скоростью ветра или со скоростью ума, у них нет такой способности, благодаря которой они могли бы догнать Кришну. Yat prapada simnya vachincha tattve. They can reach out to him, but the limits, the tip of his toe, is an achincha tattva, and they just cannot touch it. И они могут уже вот-вот настигать его, но из-за того, что он наделен этой ачинчи шакти, этой непостижимой энергией, то все равно он будет для них неуловим. So, but Mother Yashoda has caught him. Но мама Яшода поймала Кришну. Why? Почему? Because
in the Gokul, the power, all the powers there, they are the power of prema, the power of love. Потому что во Врадже Гокуле всем правит сила любви, Врадже Према. And the love of the Бриджбасис is so great, Krishna cannot reciprocate, he cannot repay them. И любовь Врадже Баси она настолько огромна, настолько сильна, настолько могущна, что Кришна никоим образом даже отплатить им за их любовь не может. So after Rupa Vaishishtya, Dham Vaishishtya, Parikar Vaishishtya, now in the next line of the first verse, Leela Vaishishtya and Prema Vaishishtya, the speciality of the love of Gokul and the speciality of the Leela of Gokul. И теперь после того, как, кстати, брат Риша описывает нам Дама Вайшиштю, Рупа Вайшиштю, Парикара Вайшиштю, особенность обители Кришны, его формы, особенность его спутников, то теперь он переходит к описанию Према Вайшиштю, любви жителей Гокулы и Лила Вайшиштю, особенности игр Кришны в Гокуле. Gopis have said. Гопи сказали. Кришней Камалапатракши, Кришней Камалапатракши, Саньястакила Рада Саха. All the bridge buses, their everything, their life, their wealth, their homes, their children, their cows, everything they have is just for the happiness of Krishna. They've given up everything just to offer everything to Krishna. И говорится, что во Врадже те враджабаси, которые там присутствуют, несмотря на то, что у них есть их семьи, их собственные жизни, их богатство, их дома, их дети, их коровы, все это они оставили ради того, чтобы служить Кришне. Все это их не интересует. Их интересует только служение Шри Кришне. Саньяста акила радасам. Саньяста акила радасам. So the bridge buses, even bridge buses with 5 wives and 20 children, they are more sannyasi than anyone. Поэтому даже те браджабаси, у которых есть по 5 жен и по 20 детей, они больше сайяси, более отреченные, чем кто бы то ни было. Also, Shukadeva Goswami, he said, Krishnarpitatma, Krishnarpitatma, Suridartha, Kalatakama. That when Krishna was captured in the hoods of Kaliya, and the Brijbasis came on the bank of the lake and saw it, then they were filled with fear, anxiety. They began to tremble and they fainted, because their soul, their wealth, their family members, and all their desires, everything was in Krishna. И Шрила Шукадева Госвами потом написывает ту историю, когда Кали обхватил Кришну своими капюшонами в кольца, то Враджабаси, они где бы они ни находились, они сбежались к берегу Ямуны, и они испытывали величайший страх, величайшее волнение за Кришну, и они дрожали, ибо падали без сознания. Почему? Потому что они видели, что все их дома, все их богатство, все их семьи, дети, все это ничего не значит для них. Единственное, что является важным, это Шри Кришна. In Brahma Stuti, Lord Brahma said, Esha Gosha Nivasi Nam Utabhavam Kim Deva Rate Tinas Cheto Visha Phalap Phalam Tadapuram Kutya Prayan Bhuyati Sadvesha Deva Putan Apisa Kalatva Meva Deva Pita Yadda Nata Surit Priyatma Tanaya Pranasi Astvat Kite. Oh Krishna, I don't know what you can give to the bridge buses to reciprocate with them. Брахма Стути, Господь Брахма говорит, что о Кришна, я не знаю, чем ты можешь одарить Враджабаси, чем ты можешь отплатить им за их любовь. Путана came to kill you. Путана пришла с тем, чтобы убить тебя. Just because she dressed up as a bridge busy, you gave yourself to her. Но лишь по той причине, что она оделась как Враджабаси, ты подарил ей себя. So of all things that you could give to anyone, the greatest thing that you could give is yourself, and that you've already given to Putana. So I don't know what's left over for you to give to the bridge busy. И самое дорогое, что ты можешь предложить кому бы то ни было, это ты можешь предложить самого себя. Но поскольку самого себя ты уже предложил Путане, то я даже представить себе не могу, что ты можешь предложить Враджабаси. Yaddhamata surit priyatmatanaya pranasyastakrite. They have given their wealth, their homes, their bodies, even their every movement of their prana is just for you. Потому что они предложили тебе и свое богатство, и их тела, и свои дома. Каждое движение их праны, оно принадлежит тебе. So when Brahmaji was saying this to Krishna, he was wrinkling his nose. Когда Брамаджи проговорил эти слова Шри Кришне, он так морщил нос. And by that he was indicating to Krishna, ha-ha,
You cannot reciprocate with them. You're indebted to all the Brajabasis. Так Кришна, так Господь Брахма намекал, что не способен ты, Кришна, отплатить никоим образом Брахмабаси, ты навеки вечный долгу перед ними. The same thing is four noses. Он так четыре носа морщил там. And that was his the anubhav. Это была его анубава. Expression to say, ah, выражение такое, You are Rini. You are indebted to them. Ты в долгу перед ними. You are Rini. Rini means indebted. В долгу перед ними. So, because of this, the Krishna is overpowered by the love of Vrajabasis. По этой причине Шри Кришна, он просто полностью сражен, он захвачен этой любовью Враджабаси. So that is the prema vaishishtya in this verse. В этом заключается описание према вайшиштья. And the lila vaishishtya. И лила вайшиштья. Is that in Braja Krishna is very naughty. Такова, что Кришна во Враже он очень шаловливый. He is always breaking the dharma. Всегда он нарушает запреты дармы. And Madhya Yashoda is chasing him for stealing. Stealing is against dharma. Mama so Yashoda, he was a small baby, he was transgressing the dharma. Mama Yashoda бежит с тем, чтобы наказать Шри Кришну за воровство. То есть с самых малых лет мы видим, что Кришна он уже пересекает черту дармы. So even though Krishna is very naughty in Braja, but he always gets caught. Несмотря на свои шалости, на то, что во Враджа Шри Кришна всегда так шалит, ведет себя неподобающим образом, но всегда его ловят. На этом, с поличным. Krishna stole the clothing of Braja Gopis. Кришна выиграл одежды Браджа Гопи. And in the end, when they came out of the water, he returned their clothing. И в конце, когда он вышел из воды и вернул одежды. But actually, he had stolen their hearts. He gave the clothing back, but the hearts he kept for himself. На самом деле, Шри Кришна, он одежды вернул, но вместе с одеждами, когда он их крал, он выкрал сердца Браджа Гопи. Поэтому он вернул одежды, а сердца их он оставил себе. Krishna was thinking, oh, I have stolen their hearts. But then when the Ras Lila came, then Krishna had to admit, Na Pariyam Niravaja Samhita. I am completely indebted to you. And it was Krishna's heart that was stolen. So we said today in the morning, that Sheshevi Atmana Virudha Saurata. That at every moment Krishna's heart is completely occupied by the smiles, by the glances, by the beautiful movements and embraces of Radhika. And other Braja Gopis, but primarily Radhika. И мы видим, что когда мы говорим о том, что Шри Кришна он украл не только одежды Браджа Гопи, но что он украл их сердца, но в тот момент, когда начался танец раса, то Шри Кришна он понял славу любви Браджа Гопи, и он говорит им на парехам нираде самьюджа, он говорит, что я ваша любовь настолько велика, что никогда и ни за что я не смогу отплатить вам, я навеки вечные являюсь должником вашей любви. И таким образом мы видим, что сердце самого Шри Кришны было украдено Браджа Гопи. Почему? Потому что своими улыбками, своими чудесными взглядами, своими чудесными объятиями Радика и Браджа Гопи, они навеки вечные контролируют Шри Кришну. That means the heart of Krishna is like a lotus flower. Это означает, что сердце Шри Кришны подобно цветку лотоса. And the different gopis of different groups, they like Yudhishthira, they're on the tips of the petal of that lotus flower. И означает, что различные лидеры групп Гопи, Юдешвари, они как листочки этого лотоса. And then Radhika Sakhis, Lalit, Vishakha, Chittakamaglata and others, they're on the petals closer to the center, and Radhika is in the Karnikara. In the seed pod of the lotus of Krishna's heart. И дальше мы видим за этим внешним. Every moment. За этим внешним кругом находится Саки Шримати Радхарани, а в Карникаре, в самой центральной части этого цветка, где находится весь нектар, это место занимает сама Шримати Радхарани. So in this way we've begun to discuss the meaning of the first verse. Таким образом мы начали с вами обсуждение первого стиха Шрита Мандараштаки. So just to give a summary. И для того, чтобы просто подвести итоги. First, namami means obeisances. Первое, namami означает поклоны. It indicates dasya bhav, the mood of a servant, because friends don't give obeisances to each other. Это указывает на настроение dasya bhava, на настроение служения. Почему? Потому что в настроении саки, дружеском настроении никто, друзья друг другу поклоны не предлагают. And this constitutes the mangalacharanam of the song. И это составляет мангалачарану стиха. And that is the surrender to Ishvara. Это предание Ишваре. So the surrender to the Supreme Lord and His non-different manifestation Guru is the doorway to bhakti. So the Satyavad Rishi is opening the doorway
so that the Swarup Shakti can come and take over our pran, so that our activities will actually be bhakti and not some abhas or semblance or karma. И таким образом мы видим, что предание Господу и неотличный от Него форме Шигуру является вратами в бхакти, и благодаря Шаранагати, благодаря преданию Анугати, мы можем почувствовать, что мы полностью трансформируемся, и что наша прана, она наполняется этой сурупа шакти, чистой трансцендентной энергией Шри Кришны, и мы начинаем совершать настоящее бхакти. And then Satyavrata Rishi is introducing Rupa Vaishishtya, Dharma Vaishishtya, Leela Vaishishtya, Parikara Vaishishtya and Prema Vaishishtya. И далее мы видим, как постепенно, планомерно Шри Сатьяврата Риши, он вводит нас в особенности Рупа Вайшишти, Дама Вайшишти, Парикара Вайшишти, Лила Вайшишти и Према Вайшишти. Гурпремананде. So tomorrow we will gradually go each day. We'll go through the verse. Каждый день мы будем проходить по новому стиху. And then, by the end of Kartik, when you're offering this prayer to the Lord, you can be fully in avesh, totally absorbed. И к концу Картики вы сможете стать полностью авеш, полностью погрузиться в смысл этого произведения. Yes, Aristanasam Prabhu. It means that metaphysically, Krishna is the Vishay of all rasa. Это физически, Шри Кришна является вишаем всей расы. Akila rasamrita murti prasama ra ruchi ruda taraka bali. Kalita shabalayato radha prem vijurjayati. The first verse of Bhaktirasamrita Sindhu explains that if there's a rati, then this rati is Krishna rati. It's to Krishna. Первый стих Бхактирасамриты Синду говорит нам о том, что если есть какая-то рати, то эта рати, она априори рати Шри Кришне. So in Vrindavan, Krishna is the Vishay of Rasa. Во Вриндаване Шри Кришна является вишаем, объектом расы. He is the ashray of rasa to his devotees. Он является ашраем расы для своих преданных. But the devotees are only the vishay of rasa for Krishna, not for anyone else or for each other. Но преданные они только вишай расы для Шри Кришны, не друг для друга, не для кого-то еще. Radhika's love is to Krishna. Yashoda's love is to Krishna. Nandamaraj's love is to Krishna. Lalita's love is to Krishna. Subal, Madhuma, everyone. So Krishna is the vishay. Шри Кришна он всегда вишай. Будь то в отношениях с Радикой, с Мамой Ишодой, с Субалом, с Нандой Махараджем и так далее. Со всеми в Раджа-Басе он всегда объект любви. So, no one has the rati for each other, which becomes the basis of the rasa, but rather, in relation to each other, they are vibhav, the vibhav alamban, that is the ashray alamban to each other. Understand? Но никто, if someone is in Vatsalya Rasa and they see Madhya Shoda, then Madhya Shoda being the Ashray, Alamba, it becomes the vibhav of their own Vatsalya Rasa. Да. Understand? Таким образом, никто во Враже не является, не имеет рати друг другу, то есть помимо Кришны к себе, но друг для... То есть, никто во Враже не имеет рати никому другому, кроме как Кришне. И то, что они испытывают друг другу, является вишая ламбаном. То есть они ашрая. Ашрая ламбан. Вибав. Да. То есть они, получается, вишая ламбан. Пример того, что если кто-то находится в Ацале Расе и видит маму Ишоду, то она будет вишая ламбан для этой личности. То есть они не будут иметь рати к маме Ишоде. То есть это не будет причиной того, что в них возникнет раса. Благодаря тому, что они увидят маму Ишоду. Understand? So this is why
Krishna is the Akhilarasamritamurti, the Murti, the embodiment of all rasas, because he is the Vishai of everyone's prema. Others are only the Vishai of Krishna's prema, but not of each other. Поэтому другие, они не могут быть вишаем премы друг друга, но Шри Кришна, он всегда является вишаем премы всех остальных, потому что он является Акила Расамрита Мурти, он является воплощением всех оттенков расы. So because of this, all the Briджбасис, their love is one pointed to Krishna. Поэтому у всех раджабаси их любовь, она четко однонаправлена к Шри Кришне. But Krishna's love is many pointed because he has to reciprocate with everyone. А вот у Шри Кришны в любви много векторов. Почему? Потому что он должен отвечать взаимностью. At least try. He has to try. Хотя бы он должен постараться ответить взаимностью. So that is the metaphysical, the uniqueness of Krishna. Такова метафизическая уникальность Кришны. Он спрашивает про то, что у Кришны 0.001% от Марамады остается. Yeah, no. He doesn't mean to say that Krishna is Atmaramata, because in Braja Krishna is not Atmarama. He's a Pararamata. He's a Pararamata Tattva. Он не хотел сказать, что Кришна он ведет себя как Атмаран, как самодостаточный, потому что основа его существования во Враже это то, что он Парарамата Тата. То есть ему он не удовлетворен, он не удовлетворен наоборот. But you have to understand that part of his relationship with his devotees is also protecting them. Но часть его отношений с Браджабаси, он их защищает. And in order to protect them, Yogamaya has to reveal to himself his Bhagavatas from time to time. Для того, чтобы защищать своих преданных, временами Йогамая являет Кришне его собственную Бхагавату, его божественность. So even then, when Krishna is covered over, and he thinks he's not Bhagavan, but a very, just an older, it's called a Kusanskar, due to the bad samskar left from his experience of being Bhagavan, there's a little odor there. And that's his minute atmaramata that makes him the Vishaya of all rasas. И несмотря на то, что у Шри Кришны у него нет такого умонастроения, что он является Бхагаваном, но из-за того, что у него есть вот эта кусамскара, это плохая самскара того, что он является Бхагаваном, поэтому он является... Поэтому какая-то атмарамата, самодостаточность у него остается в силу вот этой кусамскары, это плохой самскары, и поэтому он является вишаем, объектом для любви всех враджабаси, объектом всех рас. Бриджбасис never have the experience. I am an eternally liberated soul. В Раджабасе никогда нет такого понимания, что Абхиману, что я являюсь вечно освобожденной душой. They never have the experience that I am God. У них никогда нет ощущения. But even if they are liberated soul, they never have the experience. То есть, несмотря на то, что это действительно так, они вечно освобождены, но у них нет такой идеи в голове, они не осознают этого. So, but any devotees outside of Braja, like Vasudeva and Devaki, sometimes, oh, you are Supreme Lord, and for three lives, you became our son in three lives. Krishna even told them when he appeared. Но мы видим, что снаружи Враджа у преданных у них другое настроение. Например, как у Васудевы и Деваки, они говорят, что в течение трех жизней ты был нашим ребенком. So they have that samskara. То есть у них есть эта самскара. So those who are outside of Braj, they cannot love Krishna. So if those out of Braj cannot have a love that controls Krishna, then what to speak of Krishna having the sanskara, sometimes realizing that he's Bhagavan? Если кто-то снаружи Враджа, у них... It's not a perfect example, but you understand the similarity. У них нет таких самскар, которые могут контролировать Шри Кришну, то почему бы Шри Кришне не иметь временами таких самскар, что он является Атмарамом? Это такой пример. The Briджбасис have anusandhan abhav. The absence of investigation. У Враджабаси у них анусандхана бхав. Даже когда они видят что-то такое сверхординарное, сверхъестественное, все равно они не стараются каким-то образом распознать это, разложить, что это такое было. So, see, Krishna is also sometimes like that. Еще Кришна тоже есть, ему присутствуют такие черты. But sometimes Yogamaya increases his reveals his Bhagavata. Но временами Йогамая она приоткрывает завесу, показывает ему Бхагавату. For example, when all the boys went in the mouth of Agasur, когда все мальчики вошли в рот Агасура, then Krishna went inside after them. Кришна вошел за ними вслед. And seeing all his friends unconscious, когда он увидел всех друзей без сознания, he thought, what to do? Он задумался, что делать. Then Yogamaya uncovered him, and he realized, I'm Bhagavan. Тогда Йогамая, она сняла с него этот покров вот этого трансцендентного забытия, он осознал, я
So Bhagavan has Aishwarya, that means Aishwarya means astacity, 8 mystic perfections. У Бхагавана есть Айшварья. Айшварья подразумевает наличие аштасидхи, 8 мистических совершенств. So then Krishna used Mahima Siddhi, began to grow and choked the throat of Agatha. И Кришна использовал одну из аштасидх, Махима, это означает, что в тебе присутствует способность разрастаться. То есть он начал расти, и Агасура задохнулся. So when he killed Putana, Trinavarta, and Shakatasur, he was just acting like an ordinary baby because his parents and others and friends were watching. But when he went in the mouth of Agasur, Mother Yashoda could not see, all his friends were unconscious, and so he used his Aishwarya because no one was watching. И когда Шри Кришна, мы видим, когда он убивал Путану, когда он убивал Тринивардху, когда он убивал Шакатасуру, то он вел себя как обычный мальчик, то есть он не делал ничего, казалось так со стороны, что он не делал ничего сверхъестественного. Почему? Потому что все это происходило на глазах у его родных, у старших гопи, у мамы Яшоды и так далее. То есть кто-то был рядом, но когда он находился в пасти Агасуры, то поскольку никого там не было, по этой причине он смог проявить свою айшварью, свое вот это великолепие, сверхъестественные силы. So that is why we were saying the other day, that when Krishna saw Nanda Maharaj looking around Varunalok and was very impressed by the architecture there, Krishna became sad and thought, I can never love them in the way that they love me. И поэтому мы говорим о том, что Шри Кришна немножко взгрустнул, когда он увидел, когда на Варуналоке Нанда Махарадж стал восхищаться архитектурой, интерьерами его дворца, потому что он подумал, что та любовь, которая есть в сердцах у Браджабаси ко мне, у меня никогда такой любви к ним не будет. So that, but that is not a fault in Krishna. Но это не погрешность, это не недостаток в Шри Кришне. Because he is controlled by their love. Потому что он контролируем любовью в Браджабаси. And that position of being controlled by the love of the Brijbasis is the greatest enjoyment. И то, что его контролирует. The supreme enjoyer, that's the greatest enjoyment, to be controlled by someone else's love. И то, что его контролирует любовь его преданных, оно на самом деле является причиной того, что мы можем сказать, что Кришна Верховный наслаждающийся, он наслаждается тем, что он контролируем любовью своих преданных.